Так, добрый день, меня зовут Андрей, сегодня 21-е, вот снимаю, мы сдаем дом-баню, что тут есть, можно приехать, парковка, наш дом где-то в 40 метрах, большой участок, 3 гектара, это 300 соток, вот полностью дом-баню сдаем, здесь большая открытая веранда, да, ближайшие соседи, наверное, метров около 100. Большая веранда, на ней можно работать, розетки есть, собственно, Wi-Fi, он добивает из дома. Вот, это хороший вариант, наверное, для семьи, для пары или максимум там с одним ребенком. Есть первый этаж, на котором, собственно, вот такая кухонька, здесь плита сейчас будет стоять, здесь есть, собственно, помывочная, душ, поставлен биотуалет, стиралка, вот, есть парилка. Можно ее при желании и при возможности топить. Собственно, вот здесь можно помыться, вода, нагреватель. Полностью дом автономный, подведено электричество, так и есть автономное свое электричество. И, собственно, большая спальня в мансарде. Собственно, поднимаемся по лестнице и видим, что здесь можно как вот двуспальная матрас огромный лежит, так и, собственно, диван, который раскладывается, тоже можно его использовать. Вот, в мансарде два окошка. Видите, вот другой вид. Одно на юг, одно на запад, другое на восток. Вот это западное окно. Тоже видно, все это выходит в лес. Соседский участок, сразу переходящий в лес. Здесь абсолютно хорошо, никакого коронавируса. Можно гулять, это эко-поселение, красивая сказка. Без проблем можно жить, приехать. От 2 месяцев мы сдаем. Ну, все будет в тексте написано. Живем мы здесь с женой и с детьми. Да, еще, собственно, мой отец здесь живет. Вот отдельный, полностью независимый дом.